Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Князь, и вы же прекрасно понимаете, какой праздник сейчас наступает, Новый год, и сейчас я еду на праздник, на главную елку, елки-палки, мы уже почти вот приехали, и вот-вот-вот виднеются елочки. В этом году у нас будет не одна елка, а две елки, посмотрите, они совершенно разные. Посмотрим, спустимся здесь. О, уже люди пришли, уже сейчас будем хоровод ходить. Смотрите, вот в этом году у нас вот такая вот елочка. Ну, она такая немножечко пиксельная, такая квадратная, ну, какая-то она вот досочки какие-то, как будто бы. Но эта елка вот эта вот не живая у нас, не натуральная, а вот эта вот натуральная. Смотрите, тут везде подарочки разбросаны. И вот елочка тут такая стоит. Две елочки у нас в этом году, и мы будем сегодня водить хоровод здесь. Ну что же, я желаю вам приятного просмотра, а мы погнали. И также сегодня мы поедем в театр к Деду Морозу, елки-палки, к Деду Морозу, да, в театр поедем. Здесь недалеко располагается театр, и там нас будет ожидать Дед Мороз, и он поздравит, и всех нас поздравит с Новым годом. Так, а теперь давайте полностью рассмотрим все эти две елочки, прям полностью детально. Так, что тут? Первая елочка, как я сказал ранее, не натуральная. Вот здесь вот верхушки звездочка такая вот, лампочки горят, шарики. Внизу располагаются у нас подарочки. Сама елочка располагается на какой-то небольшой красной платформе. И также здесь можно еще урубать свет. Хотя, подождите. Раз, два, три, елочка. Гори. И вот, посмотрите, как она прикольно светится. Вот, ну, вот так примерно первая елочка у нас выглядит. Так, вот здесь вторая елочка, подарки чуть левитируют в воздухе, но ладно, в принципе. Давайте, она очень высокая, это вторая елка. Здесь очень много шариков. Также точно такая же звездочка у нас красуется. А, нет, тут только... Ну ладно, они практически одинаковые. Вот тут вот, прям гель. Ну, на самом деле, вторая мне нравится больше, потому что она как бы натуральная, но первая тоже очень красивая. Также, что давайте ходить, давайте водить хоровод. Ходим хоровод здесь, загадываем желание, ведь уже совсем скоро Новый год, елки-палки, совсем уже он стучится в дверь. И поэтому сейчас я предлагаю вместе со мной загадать новогоднее желание, которое обязательно сбудется. Так, давайте на счет три. Я тоже что-нибудь сейчас придумаю. Так, на счет три. Давайте раз, два, три. Не-не-не, давайте сейчас елочку выключу. Сейчас елочку выключу. И давайте, на счет три елочка врубается, и ваше желание принимается, так сказать. Давайте. Раз, два, три. Елочка, гори. Все, давайте загадываем желание. Все, лично я уже загадал свое желание. Ну и надеюсь, вы тоже загадали свое желание, и оно в следующем году обязательно сбудется. Так, давайте. Ну, вторая елочка тут вообще ничего не загорается. Ну, в принципе, хороводу мы поводили. Поедем в театр к Деду Морозу. Он нас уже заждался. Ну так что же, давайте отправимся. Так, здесь давайте я запрыгну. Хоп, хоп, запрыгнул. И давайте садимся в наш Гелендваген. Кстати, в следующем году вот этот вот Майкл хочет перекрасить Гелендваген в черный цвет. Напишите в комментариях, пойдет ли Майклу Гелендваген с черным цветом. Напишите обязательно об этом в комментариях. Так, вот мы подъехали к театру, да, относительно вообще недалеко. Давайте заходим. Опа, открываем дверку. Опа, 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 где же Дед Мороз? Так, что-то никого нет. Ой, я уже вижу подарки. Вот он, Дед Мороз, посмотрите. Посмотрите. Дедушка Мороз, он лично с Великого Устюга приехал сюда, черт возьми. Господи, Дедушка Мороз, здравствуйте. Для кого эти все подарки? О, внучок, эти все подарки для тебя и для всех твоих друзей. А можете, пожалуйста, пожелать нашим зрителям всего самого наилучшего и счастливого Нового года? Да, в этом году я хочу пожелать всем самое главное здоровья, это самое главное, хорошо учиться, если вы учитесь в школе, ну и в принципе, чтобы было самое главное, чтобы вы были счастливыми, и в принципе больше ничего в жизни не надо. Главное, что главное быть счастливым и здоровым, ну и умным тоже. Спасибо, Дедушка Мороз.
И теперь давайте разнесемся подарочки, что ли. Да, ты можешь передать своим там коллегам, друзьям эти подарочки. Так, давайте я их залутаю. Ну, спасибо, Дедушка Мороз. Смотри. Это что, бесконечные подарки, Дед Мороз? Да, это бесконечные подарки, я их так вот генерирую. Ну же, поехали. А, для начала давайте поедем к елке. Там наверняка, ну, им тоже надо подарок раздать. Вот сюда заезжаем. Они все еще празднуют здесь Новый год. Они, скорее всего, здесь и будут праздновать. Так, так вот, держите подарки, мне не жалко. Все, здесь я всем подарочки раздал. Так, тебе раздал, да, всем раздал. Так, теперь мне нужно... Чего? Раздать всем жителям города подарки? Так вот, давайте зайдем в метро, я уже слышал какую-то музычку тут. Опа-на, да вы посмотрите, вы посмотрите, уже здесь тоже празднование. Тут даже в метро идет празднование уже. Обалдеть, вы посмотрите, здесь половину нашего населения города здесь собралось. Во-во-во-во, давайте я тоже хочу присоединиться здесь к празднику. Всему городу у нас праздник. Блин, метро, посмотрите, пустое. Все поезда пустые, никого нет. Машинист, машинист, держите подарок. Вот, все, передал машинисту подарок. Да, и теперь давайте вот здесь тоже вот. Ну и что, вы тут, друзья мои, хоровод водите? Хоровод водите, это, конечно, а чё она? Ёлка практически точно такая же, как и у нас. Там стоит, типа, лампочка. Ну, допустим. О, посмотрите, кто приехал. Это чё? А, вот откуда музыка играет. Это у нас выступление Мишки Фредди. Ну ладно, играйте. Я-то думал, откуда музычка такая веселая. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, блин. Подождите, а где верхушка у елки? Ну ладно, допустим. Так, ну что, празднование Нового года здесь начинается. Сейчас подарочки я всем раздам. И что ж, друзья мои, я раздал всем жителям города подарки. И теперь я могу поехать домой. А в принципе, живу-то я здесь недалеко. Сейчас вот заеду вот сюда вот. Да, я прямо здесь и живу. Да, я недавно заехал, сейчас на лифте поднимусь, бац, и все, я уже дома. Но сегодня, знаете, под финалочку нашего Нового года, нашего новогоднего выпуска, я, знаете, что хочу? Я хочу украсить наш дом. Так, давайте я поставлю... В принципе, я закупился уже в Икее. А, кстати, надо в Икее. И вот, дорогие друзья, дамы и господа, посмотрите, вот там вот Икея, вот я закупился, только что сходил туда. И давайте я вот притащил вещи, вот это, сейчас вот, получается, вот здесь вот, это у них каталог, и я буду нажимать, и прям доставка вот здесь появится. Так, давайте за тысячу рублей закажем стиральную машину, ну, это немного какое-то даже не наряжение, дом какой-то, а обустраивание, ну ладно. Так, унитаз поставили, все, мне нужна ванна, ну, в принципе, это уже... Нам сейчас главное дом нарядить. Так, в принципе, вот подарочки, подарочка положу. Посылки какие-то помятые с Алиэкспресса, ну, да ладно. Так, давайте теперь нашу замечательную елочку поставим. У меня елочка здесь не поместится, к сожалению. Хотя, в принципе, более-менее поместилась, друзья, у меня елочка, но она прям во всю мою хату, получается. О, все подсоединилось. Ну вот, елочку поставил, теперь буду водить, хотя тут некуда водить хоровод, но буду встречать Новый год вот с такой замечательной елочкой. Также давайте, что у нас, опять заходим в каталог Икеи. Давайте я вот здесь, вот возле окошка, сделаю себе... вот столик рабочий. Так, ну вот так вот нормально будет. Ну и все, в принципе, дорогие друзья, здесь я, в принципе, все доделал. Ну, конечно, в следующем году я буду обустраивать здесь все. Вот, в следующем году обустроим, прям где-то в январе мы с вами обустроим весь этот дом.
Вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр, и хочу всем пожелать удачи в следующем году. Как сказал Дедушка Мороз, самое главное – здоровье и счастье. Хорошо учитесь, всем удачи, с вами, как всегда, был Князь, и всех с наступающим Новым годом!